В России обнаружено более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов. И это только за последние месяцы. Создаются такие ресурсы с невиданной скоростью. Как не потерять свои деньги в программе «Вечерний хэштег», рассказал руководитель направления антиконтрафакта Департамента защиты одной из крупнейших международных компаний. При покупке авиабилетов стоит соблюдать большую осторожность. Еще с начала поиска ресурса, где вы хотите приобрести билет. Если ресурс вам незнаком, то не стоит на нем приобретать ресурс. Если вы заходите на ресурс какого-то известного авиаперевозчика, первое, на что стоит обратить внимание, это доменное имя, конечно же. Новых приемов за последнее время мы не наблюдаем. Большая часть того, что мошенники сейчас используют, это давно отработанные старые приемы. Контекстная реклама, email-рассылки и просто продвижение ресурсов в поисковиках.